Лада Гранта. Когда-то она у меня тут в гостях была. Вот сейчас протираем. Но Гранта немножко под град попала. Вот, компот такой. Вот, сейчас высохнет. Посмотрим вот дальше. Такая у нас крыша. Короче, не сказать, что прям там уж и много. И прям, чтоб очень много. Ну, тут уже видно, вот, мастера пытались сделать. Вот. Ну, и сделали что-то, конечно. Вот, попытались повыворачивать, да. Как говорил один мой знакомый, Саня, шпаклевка чудеса творит. Поэтому... Если что не получится, можно пошпаклевать и покрасить. Ну да. Там он тоже косяком. Ну, машинка не высохшая еще. Ну вот опять же мы видим, тут люди пытались взять и выправить. У них что-то, конечно, получалось, но немножко не очень. Это все от просто от неопытности. Да, хорошая учебно-тренировочная машина. Металл на этих машинах очень хороший. На нем, как говорится, можно научиться делать машинки. Ладно, ну вот, вот такая у нас машинка. Гранта. Вот. Покрашена, да? Ну вот, поэтому... Если капот крашеный, то если что его можно делать, то только крючочком изнутри. Потому что можно еще раз попасть на покраску, когда что-нибудь выдернешь. В общем, вот такая вот у нас машинка после града. Тут ребята тренировались. Тут надо начинать не с выпрямления вмятин, а с забивания вот этих вот шишаков. Она разровняется лучше и, в принципе, есть смысл даже ее клеем потаскать. И опять же, тут забивать полдня надо будет то, что мы выдавливали. Ну вот интересно, никогда я после никого, ни после кого еще ни разу я ничего не переделывал. Вот интересно посмотреть. Тут немножко понажевано, немножко понаскважено. Вот теперь хоть буду знать, что это такое. Угу. Вот они, шишечки у нас. Сейчас мы их будем заколачивать. Говорил, металл хороший. Вот. Рома. Че? Вот он, шишачок, и тут вмятин. Вот эти все шишки. Надо теперь брать и забивать. Нам удачи не видать. Как видишь, позабивал. Эти шишечки, уже вмятина, она не такая сильная остается. То же самое, смотри, здесь, видишь? Вижу, да. Вот. Забиваем шишмарин. Вот, и она уже не такая страшная. Металл тут настоящий. Не игрушечный. Вот, теперь уже вот можно, как говорится, приступать к этой. Ну, сейчас опять же, тут надо позабивать все лишнее сначала.
Все, ну там. А потом уже что-то делать. И вот так вот так идти и забивать. Заодно и научимся забивать шишечки. Уже веселее. Вот опять же, вот они, вот они. Сам посмотри, видишь? Вижу, да. Это шишки, их надо забить. А потом уже что-то с ними делать. Возьмем мы вот этот кусочек на краю капота, да? Вот две вмятинки и вот были две. Одну выдернули, шишка, шишка. Здесь тоже промахнулись, выдернули шишку. Вот возьмем и здесь поработаем. Видно? Видно, видно. Видно. Немножко здесь позади. Металл там прям такой, тут хороший. Чуть-чуть я ее побил, пусть она подумает. Сейчас вот эту вот. Чуть-чуть она подразбилась. Видно, да? Угу. Вот сейчас чуть вот эту еще подправим, шишкаря это.
перепишу. Ты сильно тоже не снимай, чуть поснимай. Вот опять же тот же участок, вот они. Здесь чуть подразбилось, здесь и здесь вот три вмятины надо убирать, выдергивать. Сейчас попробуем клеем. Что получится, посмотрим. Видно, да? Ага. Теперь возьмем клей, возьмем, помоем сначала спиртиком, вот так вот, чтобы машинка уличного хранения, поэтому как бы ее по-хорошему надо спиртиком подмыть, чтобы все было чисто. Вот так, и тогда уже клеится. Пробовать. Ну вот, берем волшебным грибочек, клеим. Вот следующий вмятинка тоже. Вот считаем 1, 2, 3. На меня ты посмотри и потихонечку я понянчу. Металл-то, конечно, толстый, но это не значит, что выворачивать наизнанку, а потом неделю забивать. Ну сейчас посмотрим. Отстреливается хлестко, а этот отклеился прям легко. Сейчас посмотрим, сюрприз будет. Краску не вырвали, и то хорошо. Шутка. Чуть подвыдернули, теперь надо все это забивать. Вот, вот, вот и вот. Здесь практически уже в глаза не будет бросаться. А вот эти вот 1, 2, 3. Их еще видно. Сейчас чуть-чуть подергаемся, еще капельку. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Посмотрим, что получится. Так, и третья у нас вот она, да? Ну вот тут у меня, вот это у него чуть поменьше диаметр. Тут плохо видно. Чуть не бачку. Ну вот, сдернули мы это все дело. И смотрим, что мы тут навыдергиваем. Ну что, хорошие, уверенные шишечки надергали. Не сильно много и не сильно мало. Сейчас добьем. Thank you.
еще раз дернул, и опять я шишечку рядышком вытянул. Ну вот, приблизительно что-то получилось, да? Где-то что-то надо еще подзабить. Ну вот, с этой стороны оттуда идет. Вот так в лампе, в принципе, ничего. А как вот отсюда, я сейчас посмотрю, да, тоже ничего. Хорошо. Не себе и так пойдет, да? Угу. Правильно? Вот отсюда видно. Тут рядом. Вот еще что-то. Вот. Мы это не делали. Мы делали вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. То есть то, что там чужое, нам не интересно. Попробовали вот, что такое Лада Гранта и с чем это едят и как она вообще правится. Вот. Металл такой упертый, я бы сказал, ну и с другой стороны, если тянется, то тянется хорошо, даже вот такими маленькими грибочками. Вот, ради интереса, вот он этот пятачок, ну и вот все остальное, все такое остальное, дрынь. Вот, есть на чем потренироваться. Вот такая вот машинка черненькая. Ну вот и все, чуть потренировались, интересно было. Такой маленький анонсик. Людям же интересно, покажи, как вот чего. Вот у меня сегодня два гостя были, они снимали, как я тут. Вот специально сняли, как чего это получается. Вот, вот здесь вот была зона у нас ремонта. Вот в этом месте. На краю капотика. Было что-то наподобие вот таких вот вмятинок.